Приближаемся к точке выброса. Видимость. Оба агента были схвачены и удерживаются. Ветер 5 узлов, юг-юг-восток. Условия нормальные. Выброс. Это замок Вольфенштейн, находящийся в горах на севере Германии. Собственность Гиммлера. Мы можем послать спасательную группу. Мы давно знали о существовании замка Вольфенштейн, но мы только недавно получили сведения от наших агентов из немецкого сопротивления. Не смотри на меня! Я волен! Бегает свинь! Я волен! Это американец! Стреляйте! Да, у меня от них уже голова болит. Я думаю, нам нужно разобраться с этим. Хорошо. Дела пошли плохо. Ах, это ты? Хорошо. Да, говорит лейтенант Ругер. Ситуация под контролем. Убейте этого американца! Да, да. Я кожей чувствую напряженность в воздухе. Определенно, это... А что дали наши исследования? Чего ж ты ждешь? Ах, я не знаю.